И начинаем выпуск серьезного ДТП в Воронежской области. Его жертвами, по последним данным, стали 7 человек. Авария произошла сегодня днем на 166-м километре трассы Курск-Борисоглебск. Это кадры очевидца. Видно, все три транспортных средства полыхают. Возгорание – результат мощного столкновения автомобилей. По предварительным данным, водитель «Лексуса» не справился с управлением. Выехал на встречную полосу. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД.